Добрый день. Сегодня понедельник. С утра был сегодня хороший день, и настроение у меня боевое. С утра я позанималась спортом, позавтракала фруктами, потом приготовила себе овсянку. А теперь я выехала в соседний район, сдала машину супруга на автосервис и сама забрела, пока машину мою будут делать 45 минут, я сама рядышком забрела в цветочный магазин. Тут не только цветочный, но и фруктовый. Смотрите, рядом со мной сзади вот лимоны, а вот здесь вот либо это мандарины, либо это такие маленькие, малюсенькие, смотрите. Либо это апельсины, либо это мандарины. Также мне очень интересно посмотреть на горшки. Посмотрите, какие горшки. Бирюзовые, зеленые, болотные, разных размеров цветочные горшки. Я обязательно отсюда какой-нибудь куплю себе горшок. На улицу, которую вот ставят. Вот, очень интересный стор. Очень огроменный. Смотрите, какой цвет бешеный. Вообще очень красиво. А тут фиолетовые пошли. Смотрите. Вот. Тут кирпичные, бронзовые пошли. Очень интересные. Приближаясь к магазину, именно я на заднем дворе эти горшки смотрела. Теперь приближаюсь к магазину и смотрите, какие розы. Своеобразная. Капуста это. Также мне очень понравились вот эти красные. Смотрите, какой куб красный. На нем папоротник посажен. Также вот такие вот горшки. Очень оригинальные. В мексиканском стиле. Это у кого есть вилла, да, вот такая вот в мексиканском стиле. Здесь очень много, потому что это Калифорния. Вот для них это очень хорошо. Ой, ядовитый зеленый, вон там желтый. Вот такие вот модерн квадратные мне очень нравятся. Вот эти вот черные тоже мне нравятся. Ой, смотрите, какое изобилие красок. Боже мой! И вот такое я могу себе купить дочке в комнату. Ой, ой. Смотрите, цвет фуксии с красным цветом. Обалдеть! Какая красота! Я влюбилась в этот магазин. Вообще красный цвет мой любимый цвет, но ой, тут такой выбор, ну вообще черный он такой универсальный, вы знаете. Тут еще есть вот такие вот серые, на улицу есть разные-разные, смотрите, вот такие вот есть. Классно их дарить, вот смотрите, $50, вот такая квадратная. Так, он внутри большого... Внутри маленький куб, да? Он стоит вот $80. Вот эти вот горшки дороже, чем цветы. Я вас уверяю, я знаю, я очень много... Ой, какая красота! Это аксессуары для балкона, для садиков. Но на улицу ставить это обычно очень хорошо. Вот где кресло, где столы, да, вот оформлять. Даже на пол вот ставить. Смотрите. Ну правда, вот эта вот лягушка вообще красавица. Мне очень понравилось. Правда, все это не подходит моему дому. Но вот этот красный с квадратиками мне подходит. А, вот. Смотрите, раньше мы жили в каком-то доме. Трехэтажном, да, особняке снимали, когда у нас своей хаты не было. Вот тогда я вот эти вот покупала и в узкую, длинную на балкон вот так вот. Ой, смотрите, какой цвет! С ума сойти! Ой, как
Какой интересный цветочек, смотрите, необычный. Поближе покажу. Все цвета. Смотрите. Стоит вот эти вот цикламена $6. Вот одна вот такая вот, один горшочек $6 стоит. Вот. Смотрите, вот здесь вот интересный цветок. Мне вот этот цветок нравится. Я бы могла бы себе купить на балкон вот такой вот цветок. Что интересно, он стоит. Так, нигде не написано, где цена. Так, цена вот здесь. Сейчас посмотрю, сколько она стоит. Блаш-лили называется. Бельгийский, смесь орхидеи написано. Так. Цена, как всегда. Угадай с трех раз, мне написано. Ой. Красота. Желтый с фиолетовыми. Ой. Смотрите. Какая красота. У человека прямо идет вдохновение. Классно. Все это вот. Ой, смотрите, какой цвет. Боже мой, винный такой. Бархатные такие, богатый такой цвет. Самые любимые цветы мои — это маки. Вот смотрите, разные цвета. Оранжевые есть, алые есть, желтый, желтенькая есть. Вон, смотрите. У нас в Казахстане этих маков. О! Вот эти вот анютины глазки, по-моему. Очень красивые. Согласитесь. Желтенькие тоже. Погода сегодня отличная. Смотрите, какие горшки еще здесь белые. Я люблю белые. Вот эти вот очень интересные. Мне понравились они. Серовато-голубые такие вот. Снежные цвета. Ну, черный всегда стайлиш цвет. Смотрите, какие цветочки. Они такие малюсенькие. Но такие, смотрите, без запаха. Какая красота. Гляньте, какие красавицы. Что это тут это? $30 написано. Вот это вот розовое мне понравилось. Вот это вот у меня была и есть дома. Мне еще, девочки, понравилось вот это вот. Она такая интересная, она мне нравится. Она, вот знаешь, я люблю такие не цветочки, $15 стоит. Вот такая вот стайлиш. Ой, такая прелесть. $4. Вот эти вот малюсенькие, $4 стоят. Вот, смотрите. Такой малюсенький, вот прям на ладошку, меньше, чем ладошка. Вот, прикинули? Как я люблю, когда цветут кактусы. Вот красивые, да, согласитесь. Смотрите, какие, какой цвет. Но у кого есть садик, это хорошо. У меня садика нету, вы знаете, я живу в пентхаусе. Вот эти белые мне тоже нравятся. Что они стоят? $30. Вау! Вот мне вот такие вот нравятся. Не цветы, цветочки, которые цветут. Но вот такие вот. Очень красивая. Она прямо цветет. Смотрите. Смотрите, какая красота. Здоровая вот она. Вот мне нравится. Продаются вот такие вот
аксессуары. Что такое стоит? $8. Показываю. По приколу. Вот горшки, разные-разные горшки, маленькие. Вот какие-то лавы. Здесь тоже полно горшков, маленьких горшков. Так, маленькие горшки я не покупаю. Вообще я предпочитаю, ну это здесь орхидеи. Я предпочитаю большую одну вазу посадить серьезный какой-нибудь цветок. Маленькие-маленькие горшки, это везде вот это вот. Я никогда не берусь их сажать. Вот мне еще понравились вот эти вот. Смотрите, какие красавицы, да? Дочки в комнату, например. Есть оранжевые вот, есть розоватые вот. Но вот эта вот красная красавица, ее вообще идти в гости. Некоторые люди не любят покупать срезанные цветы. Вот можно, если идете в гости, если у вашей знакомых есть садик, да, вот почему бы не подарить за $15 вот такие вот цветы. Боже, какая красота! Какая она красивая! Ой. Магазин замечательный, мне очень понравился. Смотрите, висят вот здесь вот. Сейчас как ветер подует, и они как начнут издавать всякие звуки. Посмотрите на этот цветок. Разновидность орхидеи тоже. Стоят они $30. Вот такая вот в горшке посажена, $30 стоит. Очень шикарная. Я, например, не против купить большой горшок за $30 вот такой вот. Смотрите, какие цветы еще. Обалдеть. Раскрываются они вот такие вот. Они пока не раскрыты. Вот, раскрытые. Вот, желтенькие. Какие красавицы. Смотрите. Нежно-нежно розовый. Магазинчик такой. Смотрите, повесили какой-то. Украсили по-своему Новый год. Вот тот цветок, который мне понравился сейчас, он более светлый цвет. Стоит $20. Смотрите, какой яркий. Вот. Не то, что зеленый, он такой ярко-ярко-зеленый такой. Оригинально смотрится. Яркий такой. Как бы неоновый. Смотрите. Нарциссы. Цветочки, смотрите, продают $50. Вот в такой упаковке, у кого есть садик, за $50 целый комплект там. Такой тоже разновидность кактуса. Меня прикалывает вот этот цветок. Это классно вообще. Также посмотрите. У меня дома есть такой. В прошлом году цвел, а в этом году еще не зацвел. Маленький такой. Мне вот это вот малиновое нравится. Сколько он стоит? $30. Прикольная такая.
Вот мне нравится вот этот вот красный, да? Но он стоит $130. Такой кубик красный. Так, вот это поменьше стоит $80. Вот поменьше, наверное, как раз будет. Но вот это рядом фуксия с синими. Вообще атас. Но вот это бирюзовая. $50. Вообще, какая прелесть. А вообще, если хотите отличиться оригинальностью, да, вы можете купить, например, если вас пригласили на новоселье, вы можете купить классную вазу, посадить туда очень красивый цветок и вот это вот все завернуть большую-большую, ну, упаковку целлофановую, да, как цветы заворачивают. Смотрите, какая прелесть. И пойти на новоселье. Вот. Вот эта вот ваза, вот, что я сейчас вам показываю, она вся такая вот шикарная, например, да? Вот, с бугорками вот этими. Стоит $70, вот. Купить за $70 красивую вазу, купить какие-нибудь экзотический цветок за, допустим, $30, да? И вот за $100 у вас получится прекрасный подарок на новоселье к друзьям, к родным. Не обязательно же деньгами что-то какое-то покупать. Вот красивая ваза с красивым цветочком. Почему бы и нет? Также я хочу показать еще один цветок. Смотрите. Очень красивая. Такая красавица. Она как дикая. Вы знаете, вот она как дикая. Это камелия, оказывается. Какая-то разновидность камелии. Я камелии знаю, что они другие. Вот чтобы вот такая вот красавица была. В ней есть нотка дикости. Ой, какая красота. Влюбилась в эту камелию. Посмотрите на эту красавицу. Тоже $4 стоит вот такая вот, можно сказать, доза. Горшочек. Красавица, согласитесь? Вот так же рядышком тоже красавица одна. Тоже по той же цене $4 за горшочек. Да все они друг лучше. Один другого лучше. Желтенькие. Вообще желтый цвет. Вот алые, смотрите, они еще не раскрылись. Вот эти вот малиновые, смотрите. Вот эти вот фуксия там. Темные. Ой, красота. Вот, я решила купить себе вот такой вот. И решила посадить. Посмотрим. Вот она должна быть красная. А все остальные вот здесь есть дешевле, да? Вот смотрите, по $10 есть. Они розовые, белые. Мне розовые, белые не нужны. Мне вот этот красный нужен. Она стоит $15. Красота всегда дорого стоит. Единственный остался вот такая вот. Больше нету. Там много, а тут нету. Вот, понакупила я цветов разных. Две орхидеи и большая вот такая вот. Купила